Привет, бро, с тобой Воблери, успей поставить лайк за 3 секунды, если не хочешь, чтобы тебя сожрали стикмены-зомби. Считаю. Раз, два, три. Молодец, что успел поставить лайк. Это у нас игра Stick War Legacy. Сегодня пятница, означает, что вышли новые уровни. Так как по пятницам в этой игре добавляется 2 новых левела, которые мы проходим в пятницу или в субботу. Поэтому присаживайся поудобнее и узри новые битвы стикменов. Итак, у нас есть 27-28 уровень. Что же мы там будем делать, я не знаю. Сейчас мы посмотрим. Уничтожить статую врага до заката. Интересно. Давай мы выбираем с тобой самую высокую сложность и посмотрим, с чем нам вообще придется столкнуться. Как-то статуи даже нету или статуя не прокачивается. Я вижу, что у нас есть великан. Давай мы его прокачаем. Вот лучников хотелось бы еще поставить. Вот, и рудокопы, наверное, вот так вот сделаем. Такую прокачку мы еще не делали, но надеюсь, что у нас все получится. Ага, статуи у нас нету, наша задача просто дожить до заката. Есть враги, и есть мы. Ничего себе, как у них много стикменов. Быстро, ребята, в атаку. Я думаю, что здесь без кристаллов не обойтись. Первый раз мы пробуем пройти без всяких бустов, хотя мне кажется, это маловероятно на такой высокой сложности, но все же мы с тобой попытаемся и будем надеяться, что у нас все получится. Если у нас нету статуи, может у нас и нету никаких замковых лучников, которые могли бы нас прикрывать своими стрелами. Я, конечно же, этого не знаю, но мы с тобой обязательно это проверим и увидим. Когда будут враги на нас нападать, я не знаю. Получается 8 у них капитонов, а также 8 стикманов с битами. Блин, ну не слабо, давай мы еще раз вот так вот сделаем. Так, сюда рудокоп. И еще одного рудокопа. Навряд ли, конечно, не успеют все тут добыть, но все-таки надо постараться и посмотреть, дожить до заката. Либо они на закате пойдут, либо мне надо будет постоянно с ними сражаться. Вот этого, конечно же, я не знаю. Я постараюсь насобирать первые деньги на великана, это 1350 золота, а потом уже, блин, что-то другое. Конечно, хотелось бы лучника, потому что мы лучников качнули, но я не знаю, как вообще... У нас получится это или нет. Давайте, ребят, еще немножко денег. Все, денежки есть. Давай еще. Ну, их очень много. Я думаю, что если я поставлю великана, то они все равно побегут вперед. И мой великан с такой большой армией не справится. Либо мне надо до заката их атаковать. Да, то есть солнце садится. Если я не успею убить их статую, значит, все, я проиграл. То есть мне надо действовать быстро. Первый великан у нас готов. Давайте, ребята, пожалуйста, быстрее добывайте. Еще, ну тут я рудокопов не прокачивал, тут вся надежда, конечно же, на наших великанов, да? Давай еще одного делаем. Надо, наверное, было все-таки рудокопов качнуть, а не лучников. Я думал, что они просто нападать на нас будут, они стоят и ничего не делают. Блин, а мне надо уничтожить их статую. Ладно, у нас есть 2 великана, может даже 3-го успеем или не успеем. Посмотрим. Как у нас вообще все получится. Давайте, ребята, быстрее добывайте. 3-й великан уже выходит. И также пошли в строительство лучники. Посмотрим, что у нас получится. Я думаю, что нам уже стоит атаковать. Потому что времени, в принципе, довольно мало нам остается. Мы должны до заката успеть уничтожить вражескую статую. Вот враги стоят. Они даже не думают отступать. Алло, давай землетрясение. Но... Отлично, переключайся на другого великана, давай. И тут землетрясение, на. Еще разочек. Отлично, давай на верхнего переключаемся. А тут нет, не готово. А сзади зарядка, вот еще 3-й, давай. Отлично, в атаку, ребята. Больше мелких давай. Пусть они быстро строятся. Все, я иду до статуи, я не буду стоять в стороне. Я сразу буду бить статую. Давай, давай, давай. Будет круто, конечно, если я смогу победить. Без всяких бустов. Давайте, ребята, пока вы там воюете. На! Трещина что бьет? Ай, мой великан упал! А как так? Еще давай. Блин, ну стикмены довольно прочные, ребята. Смотри. Капьетоны, они вообще не умирают. А есть какой-то таймер, отчет? Ничего нету. Давай, давай, доходим. О, бьем, бьем. Давайте, ребятки. Вперед! Вперед! Ну, не успеет, конечно, еще один великан выйти. Бьем, бьем, бьем. Давай, 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 давай. Возможно, они... Вот, они выходят. Давай, землетрясение, на! Они боятся. Так, а что землетрясение не сработало? Я не понял.
Внимание, враг вызвал подкрепление. Давай, землетрясение, бей. Почему землетрясение не работает? О, бьем, все, все разлетелись. Ребятки, еще чуть-чуть, я вижу, что солнце уже на закате. Мало времени у нас. Лучники вперед. Блин, неужели мы победим или нет? Давай, давай. Да! Круто, ребята. Безумная сложность. О, у нас два сундука, оказывается. Сейчас мы их откроем, посмотрим, что нам там дали. 27 уровень мне показался довольно легким. Мы без бустов, без всяких дополнений смогли его пройти. Это, конечно же, круто. Давай посмотрим, что у нас вообще по сундукам. Есть два сундука, давай в коллекции их отправим. И попробуем открыть. Может быть, нам добавят кристаллы, а может быть, какие-то скины. Так, где у нас? Открыть сундук. Давай, давай. Опа! Что, 10? Меч! Скины, тут 25, 25. Так, у нас скины такие уже есть. Давай еще раз откроем. Как-то маловато за такие скины даются. Ух ты, ледяной скин. Корона. Ну, корона это хороша. Это вроде бы лазеры из глаз нашей статуи. Если что понадобится. Ну, в принципе, неплохо. Я рад, конечно. Видишь, у нас больше кристаллов стало. И поехали, новый уровень. Это у нас уже будет 28-й. Бро, если ты не видел прошлой серии, прошлой битвы, обязательно смотри. То есть мы с августа начали проходить эту кампанию. Первые 10 уровней открываются, если ты задонатил в игру более $15. Но остальные, конечно, они уже бесплатные. Ну, мы все прошли, и донатные, и недонатные. Так, уничтожить статую врага. Ну, мы уже крутые такие. Легко победили. Я думаю, что сейчас нам тоже будет легко. Давай попробуем вот так вот. Просто жестко прокачать наших рудокопов, чтобы они вообще нам много денег приносили. И один раз качнем великана. Нам дается сразу 5000 денег, почему-то так много и быстрое строительство. Все, я понял, в чем прикол. Сейчас будет супер быстрая атака. К сожалению, я не успел прокачать великанов. Точнее, у меня не было за что прокачать. Ого, бро, что это за стикманы? Ты посмотри, какие у них мечи. Это безумие. Давай в атаку. Сразу беру под контроль гиганта, который, к сожалению, не прокачан. Давай землетрясение, ну, испытаем на прочность эту вражескую армию, давай. Еще и статуя так как-то вынесена наперед. За рудой, блин. Это, конечно, опасно. Давай, давай, мне кажется, тут бы нам не помешали лучники, да? Ой, как-то много врага, слушай, если мы сейчас отобьем эту атаку, это реально будет какое-то безумие и крутость. Давай быстро лучников делаем. Так, делаю землетрясение. Великан один пал. Давай землетрясение. Да как их так много? Давай, давай, землетрясение. Ну, жги. Почему не землетрясение? Вот. Попадали лучники. Помогайте нам. Лучники, где вы? Да как их так много? Я в шоке. Вот это дичь. Вот это уровень, ребята. Пусть наши уже стоят, стреляют до последнего. Так, быстро еще нажимаем. Нового великана. Давайте, ребята, ну. Короче, надо было качать великана, вы поняли? То есть наши великаны реально слились. Давай. Понятно. Ошибку понял, сейчас исправим. Качаем великанов на максимум, чтобы они дольше жили, да? Ну, лучники, конечно, штука полезная, но, значит, давай мы быстро вот так вот рудокопов сделаем. То есть рудокопы, в принципе, будут что-то быстренько добывать. И поехали. Конечно, не помешало бы нам и статую качнуть. Давай быстренько вот мы сделаем рудокопов. Делаем одного великана, второго, третьего. Конечно, без поддержки лучников это плохо, но ничего страшного. Зато у нас будут рудокопы быстро махать кирками. Быстро приносить золото. Один рудокоп даже был лишний. Ну ничего страшного. Давай, пошли в атаку подальше от статуи. Рудокоп пошел в атаку. Нормально. На, землетрясение. На, получай. Попадали, да? Так, переключаюсь на другого гиганта. Снова землетрясение. Ну, землетрясение. Давай. Хорошо. Так, переключаюсь на третьего гиганта. Так, этот не тот гигант. Вот он. Землетрясение. Давай. Ах, хорошо, как полетели. Давайте, ребята, вперед. Так, мне нужны вообще еще лучники. Давай, бьем, бьем. Ну, гиганты, они же у нас прокачанные, по идее. Мы должны победить. Если мы отобьем эту атаку, то все будет легко. Мне так кажется. Давайте, лучники, вперед. Все, зарядилось. Трещина. Отлично, переключаюсь на другого гиганта, чтобы взять трещину. Давай.
Так, и на третьего. Где третий? А, этот умер. Ну тут хотя бы успел трещину сделать. Давай, давай, давай. Мочим, мочим, ребята. Валим врага, стоим до последнего. Реально безумие какое. Снова делаю гиганта. Отступаем на базу. Что было не так? Что в нашей тактике не так? Не могу понять. Ладно, отступаем. Замковые, что вы скажете? Они замковые, наверное, не дострелят. Я понял ошибку. Делаю землетрясение. Давай. Еще чуть-чуть, ребятки. Давайте, давайте. Где наш... А у нас лучники вообще есть или я сам выжил только? Блин, еще гиганта, давай. Блин, они все на статую. Рудокопа валят. Да что это за тьма такая? Короче, я понял. Здесь надо реально корону юзать, чтобы она лазером всех палила, вы поняли? Очень дикая атака. Здесь без кристалла вообще не пройти уровень, мне кажется. Хорошо. Гигантов мы прокачаем. Правильно? Нормально. Будет. Возможно, нам надо будет сделать мага, чтобы он делал прислужников. Значит, качаем нашего мага и качаем рудокопов. Ну, давай попробуем такую тактику, смотри. Так, сразу раз, два, три, четыре, пять. Сюда мы берем сразу кристаллы. Мне кажется, я что-то переборщил, да, ребята? Так, раз, два, три, четыре. С рудокопами я переборщил. Делаем одного мага, второго мага, великана и лучников, которые сзади будут стрелять. Все, маг уже сделал армию, которая будет постоянно пополняться. Главное, чтобы наш маг не умер. Лучники есть. Сразу включаем буст по добыче руды. Еще лучника. Еще лучника. Здесь очень быстро строятся войска. Враги уже идут. Давай землетрясением. Отлично, они будут под ногами как раз путаться. Давай, давай, давай. Бьем, 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 ребята. Стоим. Давай еще лучников делаем. Бьем, бьем. Отлично, эти мелкие под ногами круто путаются. Хорошо, ребятки. Хорошо играем. Ой-ой-ой-ой, все равно мелких перебили. На магов начали нападать. Давай, 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 давай. Что у нас? Великан нормально пока держится. Блин, а что? Минус маг. Мага завалили. А что не так? Надо было... Ай, как-то все равно мы не сработали. Что-то пошло не так в нашей тактике. Слушай, ну одну руду я использовал, да? У нас много денег. Денег просто завались. Что там у нас? Я не успеваю строить. Смотри, лучники здесь. Бьем, бьем, бьем. Великана завалили. Теперь статуи убивают. Сколько их? Короче, они бегут и бегут. Они просто строятся с огромной скоростью. Мечи у них огромные. Страшные. Хорошо, что-то надо делать по-другому. Так, максимальная сложность. Снова качаем великана. Качаем мага, чтобы он делал больше прислужников. Здесь качаем. Нажимаем. Делаем рудокопов. Раз, два, три, четыре, пять. Магов. Раз, два, три. Потом делаем суперскую добычу. Раз, пошла. Давай, 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 добывай. Маги пошли. Мне нужно срочно собирать на великана. Давай, давай, давай. Что там по рудокопу? Еще надо рудокопа одного. Так, они уже начали приносить еще буст. Враги уже бегут. Значит, нам нужен великан. Мы нажимаем в атаку. Давай, наверное, еще лучников сзади. Давайте, убимаги, давайте, вперед. Ой, как же они наших жестко мочат. Вот великан идет на подкрепление. Давай, 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 давай. Блин, на магов напали. Надо, значит, вначале юзать статую с глазами. Наши маги просто не выдерживают. Либо надо обязательно, чтобы спереди у нас был лазер. Ну все, да, ребята, тут поражение, тут все ясно. Не работает такая тактика. Реально жестко. Мы можем пройти уровень на легкой сложности, либо на харде, но хочется жестко победить их. Но тут, в принципе, у нас неплохо было. Мне нравится, как убимаги воюют. И вот так вот. Снова раз, два, три, четыре, пять. Делаем великана. Делаем двух магов. Делаем сразу лучников. Тут делаем сюда ускорение.
Надо два ускорения. Нам надо два ускорения, тогда у нас будет победа. Покупаем раз за кристаллы, два за кристаллы. Что у нас есть? Хилочка нам не надо, у нас есть корона. Она 100 кристаллов стоит. У нас пошла жара. Я сразу беру велика, надо их поближе подпустить. Вот сюда, смотри, как раз подойдут враги. Они уже идут по-любому. Я уверен в этом. Давай сюда. Надо еще одного великана. Так, все, нажимаем статуя лазер. Нажимаем так. Старт. Вот, бьем. Бьем. Давай, статуя, помогай мне. Рубим их. Пали всех лазером. Ты круче Супермена. Давай, бьем. Еще давай. Держимся, ребята, держимся. Разлетается, еще луки давай. Еще. Так, что у нас, статуя закончилась. Так, добыча ресурсов. Давай. У нас два великана, я быстро нажимаю на другого великана, чтобы сделать... Ага, это не тот первого, а так. Первый мне нужен. Вот, землетрясение. Вроде бы держимся, ребята, как-то стоим. Чудесным образом, еще мага одного, чтобы он делал больше прислужников. Пока два великана стоят. Все, враги отступают. Мы отбили первую атаку. Фух, это было жестко. Вот они стоят. Так, мне надо взять великана, чтобы его отхилить. У кого-то мало здоровья. Ребята, идите сюда. Надо еще магов сделать. Не хватает денег. Я должен еще сюда поставить. Давай руду купим за 20 золота. Потому что если я сейчас не победю, то будет хана мне. Я и так уже сколько кристаллов влил. Смотри, сотня. Вот в атаку идем. Давай. Вот, все отлетели. Ох, пошла жара. Ой, как их много. Переключаюсь на другого великана, чтобы... Ай, это не великан. Мне надо великан другой. Это тоже не великан. Вот он. Землетрясение. Ну. Так, кто-то отлетел, кто-то не отлетел. Еще великанов давай парочку. Один великан умер. Они убегают. У меня есть еще великанчик один. Вообще жесткая атака. Стоим в защите. У нас убимаги есть. Давай еще одного убимага сделаю. То есть 4 будет убимага с прислужниками. 2 великана. Один уже почти слился. Значит, надо еще на одного великана собирать. А что у нас с ресурсами? Как-то не очень. Но я сделаю здесь трещину. Наверное, великан умрет. А потом еще одну трещину. То есть мне надо по-любому сейчас брать великана одного. А потом еще одного великана. Короче, все на великанах держится. Ну давайте ресурсы. Капайте быстрее. Что же вы так медленно добываете, ребятки? Еще одного рудокопа давай. Еще одного. Так, 340. Ну давай, мне надо 1350. Все, пошел. Что у них там? Я не знаю, есть атака или нет. Мне даже страшно смотреть, ребята. Что там такое? Один рудокоп был лишний, я это уже заметил, он пошел первый в атаку. Что там у них творится? Ой-ой-ой. Как у вас дела? Воу! Ой-ой-ой-ой-ой, нужна помощь, пацанчики! Рано? Я понял, сейчас будем атаковать. Еще давай чуть-чуть. Сколько гигант стоит? 5, по-моему, очков. Ну, пошел, да. Он 4 очка стоит, гигант один. Значит, можно еще одного лучника взять, и все. Но сейчас будет дикая атака, смотри. Пошли. Я должен на этом сейчас быстро использовать землетрясение. Потом переключиться на другого великана, и тоже землетрясение. Но это сложно сделать, когда внизу под ногами путается много других юнитов. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ну сложно будет, ребята. Если не выйду с подкреплением, мы не выживем. Давай. Упал великан. Так, это не тот гигант. Давайте, ребята, давайте, лучники. Валим статую, пока они не пришли. Срочно валим. Вот вышло подкрепление их. Подкрепление жестко. Давай трещину. Ну, лучники, бейте по статуе. Блин, хоть кто-нибудь бейте. Давай, мага. Так, построил великана, делаю трещину. Кого-то выбрал все-таки. Что у нас со статуей? Маги, давайте, чуть-чуть осталось. Там вообще стикмены вражеские в очередь уже становятся, чтобы нас убить. Фух, прошли. То есть надо пережить первую атаку.
Звездочек мы взяли много. Да, прошли мы не с первого раза, но, в принципе, неплохо. Потери у нас были нормальные, то есть мы по кристаллам даже немножко в плюсе, потому что у нас есть еще сундук. Бро, 28 уровень тоже пройден. На самой безумной сложности. Вот 26-й, тут, конечно, корона вообще не вписывается в эту красоту, да? Здесь нормальное, здесь безумие, тут хард идет. Ну да, проходили мы реально непросто. Ну что ж, бро, такие вот были эпические уровни в игре Stick War Legacy. Ждем следующую пятницу и нового пополнения. С тобой был Воблер, оставайся на канале, смотри другие видео. Скоро увидимся, пока.